Где Максима? А я что-то не вижу слова «не». Там написано «нажимайте эту кнопку». А прилетели на. А не запустится босс с его резко. Прям башкой его ебись. А если, короче, смотрите, вот когда вот этот, ну, вот эта фаза летела его, вот этот круг, поделить его на три части, короче, стать просто пак-паком и тупо стоять до того. Похуй вообще. О чем речь идет? Про какую фазу, блядь? Ну вот сейчас, где он крутился. Ну, он сейчас на третьей фазе, я тебе говорю, надо после того, как он, блядь, прокастует скилл, он начнет хуярить обстрел, и надо зайти за спину. Он не сейвится, не прохиливается, нихуя. Не-не-не-не-не, я говорю, вот мы сейчас, типа, стояли, вот, до этого момента стояли, типа, все на РНЖ, да? А сейчас, типа, стоять не на РНЖ, а просто вот почти в мили, как бы. Ну, я говорю, стоять надо на, вот, смотри, вот я подойду сейчас, вот один круг, типа, видишь, большой. Ну, и вот на втором, на втором, не на желтом полоске, блядь, а на котором внутри. И оттуда вот среагировать и забежать легко. Да, да, вот я про это говорю, типа там стоит. На второй полоске, блядь. А то бегать далеко, блядь, все там, кто-то не успел, кто-то еще там что-то споткнулся. Так, проверяйте бафы, нету лапы. Нечаянно. А, фласочки там, хуясочки, блядь. Я думаю, сопротик. Да, я сопротик пью, блядь. Сопротик, если... Мне кажется, мы умираем не от того скилла, который по часовой пульсе, а вот этот первый скилл от обстрела больше умираем. Блядь. Тебе кажется. Кажется. Тебе кажется. Огурцы там, хуйцы, блядь. А чё за ракетный залп? Я имею в виду, в смысле, как он срабатывает? Тут красная метка кончил. На полу. Красная метка. Войд зон, это что я говорил. 8 человек, это 1/3 рейда. Если она находится в РНЖ, то он кидает в них. Если всему рейду под босса встать, как на гниломорде, он кинет во всех, как на гниломорде, вы же знаете, да? Плевок вот этот, дезориентация вайп рейда. То же самое здесь. Я просто к тому, что я смотрю, тут что-то 7 миллионов урона. Ну это от ракеты. Ну это ракета, красная метка на полу. И у него из спины. А, в смысле, я понял, имеется в виду. Она второй фазе стреляет ракетами, блядь. И надо просто снять. Выбежать и все, да? Да, просто отойди там метров на 10 от нее. Там, ну так в чем проблема? Проблема в том, что на лазерном обстреле нужно сбежаться под спину босса. Надо сбежаться, а потом разбежаться. Не, я к тому, что в смысле, ну и давайте просто разойдемся чуть-чуть, подвали по большому кругу, побольше и вот, все. Да, там надо не сильно далеко стать и не сильно близко. Просто разбегаться должны вон 4 мага, 3 лока и 2 ханта. И все, все остальные ровно под боссом стоять, чтобы их прохилить. Сопротики, кажется, кончились. Ну не все пропили, пейте, блядь. Не, я в смысле к тому, что это перепить надо, да? Срез, Женю, Нечайн, Асмодей, Мамуро, Владимир, Волсикавер, Эфирин, Эфарин. Угу. Все пейте. Ну дайте обмен, я дам вам сопрот. Нечайно. Давайте, давайте. Велосикава, Эфарин. Окей. Велосикава сейчас. Надо еще кому-то, нет? Кстати, морозные эти руны можете тоже прожать сейчас. Ну, она быстро закончится, но лишним не будет. Ну, да. Нет, второй фазе съем или сразу? То мы сейчас накинуть, но... Да, откатит. Сейчас висит, он как раз откатится. Все были готовы, Соловка, поехал. Соловка, смотри, 20 метров, это вот отсюда, от робота отойти вот сюда. Сильно там не убегай в проход.
Ушли. Шоковый удар будет через 5 секунд. 3, 2, 1. Ушли. Прожми столовку. Блять, что ты делаешь? Беги, малышка, ушли. Беги. Литература. Да извиняюсь. Мораль опять. Да я, блин, ну. Через 3 секунды. Да добили. Беги, малышка, беги. Вышли с середины, смотрите под ноги, блять. Там дипис апусик стал. Вроде. Я хуя знает. Лоя, Ока, Мумура. Стоите на месте постоянно, там только от огня перебегаете, блять. 4500 дпс, ебать. Мили, который бегает, дает там, блять, 5-6. Хуй его знает, как так у вас, блядь. Доктора. Ближе к боссу становитесь, далеко стоите. Вы хуй добежите. С тем, кому говорили, Локи, маги, стоят хуй знает где. Все остальные зайдите в мелизону, нечаянно. Чё? Ты опять хуй забежишь, встань, блядь, под босса, блядь. БР не будет? У нас всего один. Скаш Кирюх подокинет. После обстрела сразу даже. Ракета пошла. Не зафиг. Беги, малышка! За спину, за спину, за спину, за спину! Ока, куда? Блинкнулся, нормально? Не, на нем надо сидеть и дрочить его. Твоя, блядь, люди, ну. Надо да. Нормальных хилов. Нужен нормальный, сильный эрдру, который да. Сегодня не пришел. А почему, кстати, он не пришел? Он, блядь, стримит, сидит, ебать. Ну что, на рофл? Кто стримит? Суф, блядь. Где он стримит? На Твиче, блядь. Вот сейчас он с тобой, у него стрим онлайн. Покажи, скинь суф. Ну, пойдемте его загнобим. Давайте рейд нахуй. Залетим туда, блядь. Короче, его. Надо стоять, не надо, ну, типа на рыжу, не надо тут разбегаться, надо стоять тупо одним паком, блядь, да, в мелизоне, да. Нахуй, тупо прохил. Ты понимаешь, блядь, или нет, что если они будут все стоять в мелизоне, ракета залетит в мелизону по всем игрокам, или нет, блядь? Да, так то есть один, так 8 один, человек. Типа, не один, а 8. Если 8 один, человек должны стоять не под 8? Боссом. Сказали, да. Маги, Локи, 2 ханта, блядь. Ну ты гниломорда знаешь босса? Не, я понял механику. Ну, 8 человек. 9-го даже ставят иногда, что если один сдох. А, завбрыки. Ну, вот это вот бегать, это на самом деле, это одно из самых простых на этом боссе. То есть, блядь, там... мы даже 4-й, 3-й фазы не видели, это вообще хуйня. Я даже не считаю это, блядь, за какую-то... Не хватает захила, потому что, блядь, нужен, говорю, сильный эрдру, нужен сильный ТЦ. Да, тут эрдрушки штуки 2 надо, вообще будет тогда хорошо.
В идеале здесь, я говорю, здесь тащит реально 2 R2 и здесь тащит DC, блядь. А ну, почему 300 кайва DC? У нас вот эти вот, в смысле, обстрелы короткие убивают, которые маленькие. Ну, да, да. Надо делать, блядь, 6-го хила, и чтобы эти, блядь, 6-й хил был, блядь, еще одним R2. Давайте, ну, в версии колоров шипа, я DC-шку зайду, я нормально дам. Это не поможет. Получше будет с прохилом. Да R2 один хуй надо, там, пиздец. Не, ну просто... ДПС, извините, перебил, вообще нахуй не нужен. Можно хоть 7 хилов идти. Не, я, конечно, может быть, что-то не знаю, но такое чувство, что Зерсиколор просто весь год... Давай я расставил. Просто на R2 зайду, не? Пиздуйте все на хилов, у кого есть, ебать. 7-8 хилов пойдем, вообще похуй. У него берса есть? Есть берса. Да. Ну, блядь, я не думаю, что она быстро наступит. У нас ДПС-а дохуища, ну, блядь, ну не дохуища, но хватает, более чем. Абсорб у кого есть? Абсорб у кого есть? Блядь, ну там пиздец вообще даже, смотри, там смотри, страшно. Он на последнем месте, у него 300к, ну это вместе с абсорбом и с ХПС-ом, а упало 600, который так на 600. Так это хаприз, блядь, не ДЦ-лю. А, это хаприз? Это все хаприз. Равно, ебать. Нахуй он такой нужен, ебать. Так он не должен абсорбить, он должен, блядь, прохиливать. Так, блядь, вторая фаза это тоже прохиливает. Все должен быть. Но он не, он ДЦ. Пиздец, блядь, 300к, это смешно, блядь. Это, мужики. Где нахуй этот стрим, Суфа, блядь? Он умер, правда, там. Не надо. Нет. Не, я, правда, может, он не знает, я понимаю, что вообще, типа, он решил так сделать. Это странно. А это же Суф говорил, что он не придет в рейд, потому что его заебали рейды. Ну, типа, нет, много рейдов. Он сказал, что он мне вчера писал, говорит, я не смогу зайти, мне там надо что-то постримить. Ну, типа, блядь, я не знаю, что там. А, ну, вот видишь, надо что-то постримить, это уже правда. Ну, пусть постримит. Не, он там не говорил, что он куда-то пропал, блядь, еще что-то. Он мне сам вчера написал, что ему надо постримить. Там какой-то стримит Вовку, ибо о чем, блядь. Я помню, у нас в нашем статике какой-то человек сказал, что он не придет в рейд, потому что, блядь, он не хочет часто ходить в рейды. Срез, нажми меня... за Алиточку встать. У меня такого не было вроде, блядь. Женя, он стримит? Он в нашем статике говорит, че? Кто-то из наших говорил. А он стримит, Женя, какой-то немножко... Кто говорил? Ну, я не помню, я у тебя и хотел поинтересоваться. Ну, таких не было. Давай, подожди, пусть Хаун на ДЦ зайдет, а? Я посмотрю. Не, давайте, вот реально, блядь, мой обзор. Заходи на Хаун на ДЦ, зайди на ДЦ, а смекалка заходи на R2. Подожди, кто там, подожди, наоборот. Смекалка. На ДЦ, а ты, Макс, заходи на R2. И я Рома спекайся в ШП. Там тупо омоложение буйный рост. То есть, если 2 R2 было бы... Вместо двух хэпала было бы вообще кайф, блядь. Так я не уверен, ну, мне, ну типа, когда есть или нет. Ну откуда у тебя когда? Я не знаю. Я уверен, что я не помню. Ну у меня есть ДЦ, ну блядь. Так, посмотрим. Лёха, братан, ты охуенно даешь меткость. Не входи нахуй. Поехали нахуй, бать. Сейчас задушу. Я плюснул. Так, сейчас я тут быстренько шмот разберусь. Я вот не знаю, сколько голова в 25-ке бьет отдельная. Она типа стреляет этим вспышкой, блядь. И сколько она бьет из себя. Учитывая, насколько тут все апнуто, я думаю, она стреляет больно, блядь. Что я задумываюсь о том, что, блядь, ее танк агрил. Хотя ЛПшками мало наберет. Тебя наберет, он хант на него напулит. Просто проблема в том, что он один и будет большие мобы, а их будет не один, как в десятке, а два, может быть. Ну вообще лок танчит всегда голову, блядь. Да, да, лок обычно. Но это ему надо агро набирать жгучей болью специально. У нас десятки осмодей танчат. Да, да, осмодей шарит, затанчит. Заманить. Затанчил, а потом в конце сказал, нихуя вы охуели, а чё я её танчил? Ага. Я её танчил, потому что
потому что у нас было из РТД только, блядь, Асмодей и какая-то Солана, которая нихуя не дымажила. Он Мося, я ник помню, Мося, блядь. Мося, да. Который рассказывал всем, что надо делать, а потом сдыхал первый. Ну, ему, блядь, 3к ДПСа там что ли было, он там бегал, вообще нихуя не дымажил. А чё вы тыкните? Ну я ж сумонил, блядь. Тыкните в эту хуйню. Стресс тут? Стресс жопи. Ой, мне надо его еще перечарить, пиздец, я тут не готов даже. Да, блядь, нихуя себе, блядь, тердру, блядь. Да мне надо перечарить, блядь. У меня, блядь, зависло все, у меня, блядь, показывает, что ты 215-й там левел, блядь. 207-й. Да я понятно, что бомж. Типа ты такого его не сделал. Блядь, я реально бомж. Я, у меня времени нету, блядь, сделать его. Мне все готово, надо просто сесть сделать. А у тебя что, не бомж, блядь? Военный. У тебя бомжиха, да? Военный. Дайте там хуи будет там. Сейчас я, блядь, трилогаюсь. Сопротик тоже. Шли, блядь, в 10 хилов, блядь. Я думаю, что меня подлагивает, ебать? У меня, блядь, 2 кносируса открыто, циркуль, блядь, открыт. Это, блядь, мультиплеер. Смотрите, с Атлас Лута на циркуле тоже такая голова, этот, перчатка наркоманская, блядь, с Игниса или нет? Или это на циркуле проебали? Не, в натуре такая же хуйня. Защита, уклонение, пробивание брони. Красиво, блядь. А там на Варнасе не видели? Они типа Мифик Плюс со стартера у них там работают. Да нахуй мне нужен сопрод, я со СПД буду ебашить. Это бан. Бан. Это бенч. Больше абсорба, больше жизни. Абсорб — это моя жизнь, блядь. Дайте каску пороги. Дайте рыбку. Каску под руины. По шаманам. Давайте, раздавайте. Масбаф, пристабаф, лапа, там кому что не хватает. Камни поставьте локовскую еще. По локам дайте каску, блядь. О, спасибо. Ой, рыба, блядь. Стоит, ешьте все рыбу. Я с замученным микрофоном сижу. Да, хорош, ёбаный рот. Ты сидишь и ходишь, что-то бегаешь. Нормально, там не скучно. Ну чё он молчит, блядь? Вообще, ну. Скучно, пизда. Смотрите внимательно. Сейчас, секундочку. Давайте я потраю чуть-чуть и потом попиздеть о том, что нам там надо. Да, уже походу сегодня не получится, сейчас народ уже разойдется. Ладно, не суть. Супер много разговоров не будет. Вот смотрите, короче, он крутится всегда по часовой стрелке. То есть, когда вот эта хуйня начинается, вы, если вы стоите перед его еблом, вы уйдите вот в эту сторону. То есть, ему надо будет, вот посмотрите, вот как я сейчас стою от босса, вот Луна. Ему надо будет крутануться почти полностью, нахуй, по 360, чтобы до вас дойти. Вы спокойно, блядь, уйдете, вообще без всяких проблем. То есть, не надо под спину забегать, можно вот сюда, под его левую сторону встать. И все, и он пока начнет там крутиться, можно будет его подамажить на РДДшнике и еще что-то поделать. Понимаешь, вопрос в том, он может и начать с твоей стороны стрелять, может начать сюда стрелять, может начать, это рандомная хуйня, там нету конкретно вектора, по которому он будет хуярить. Ну, всегда, вот сейчас сколько мы расстраивали, как он стоит, вот куда он смотрит, анонс в ДБМе происходит, и он туда начинает стрелять. Он потом уже не крутится. Он, ну, вот он потом начинает стрелять, и куда потом начинает крутиться. Утюг? Ну-ка, куда смотрит низ или куда смотрит середина? Куда смотрит вот это... Ну, вот у него две пушки такие из тела, да? И вот куда они смотрят, вот туда они начинают стрелять. Тело, значит. Да, тело. Я про вторую фазу говорю. Давайте, будем тренироваться, шо? Давайте, чё? Баф проверили. Пока не потраешь, не потренируешься, нихуя не получится. Не, можно, конечно, тут половину покикать других людей, блядь, понабирать в гильдию адекватных, но это долго. Живо, сука, го. Бля.
так весь рейд достаю, красава. Ты зарядил столовку, не? Отошли, уже не надо. Блять, ну вы заебуете или что, я не пойму, блять. Да. Ну, Рома, ты как сдох, ебать, ты, блять. РДДшник, сука. Вот это тоже смешнее. Плакать надо. Слез уже нет. Ушли. Прожался столов. Блин, дома тут. Шоковый будет через 5 секунд. Беги, ушли. Малышка, беги. Ну что там, хилиться проще? Да пока нету ёбки. Пока хилить нечего. Надо вторую смотреть. Войд, братик, на выходи. И бип. А, мы сейчас всем хилов, да, хилим? Да. Ушли. Семь хилов минус два, нахуй. Да ну, блять, ну, я не знаю, как у них так, нахуй, получает. Столовка, а сколько мы трайв дали? Ох, один блядь. Раз, нахуй, с всего времени... Ой, столовка, блять, Женек. ДКшники, уйди оттуда, Егор. Уже ДКшники, блять, троит, нахуй, меня. Да ты чё, блять? Ну ты чё? Саня, ебать. По минам, ну. Тех трайв, Женек выжил один раз, ебать. Охуенная столовка, блять. 4-1, блять, нахуй. Кто-нибудь из хилов, перебегите ближе к квадрату. Я под боссом еще стану. Я под боссом. Под боссов, эти хилы все становятся под босса. Смело прям. Да, прям да, все да, смело, да. Блядь. Те, до кого не достаете, то их не проблемы, что они хуй знает где стоят. Нечаянно, можешь под босса стать? Ты стоишь хуй знает где, ты не забежи. Вот сейчас начнется боль. Ну проще, проще намного, нахуй. Проще, проще. Конечно проще, блядь. Вообще не бьет. Вышел. Готовьтесь, это, он санонсит скоро. Вот, за спину, быстрее. Ока, тебе пизда, да? Не успел. Все, вышли туда в сторону черепа, РДДшники, можете его бить, он до вас уже не докрутит. Заряжай. Следующий обстрел, так понимаю, что будет через 15 секунд. Угу. Ракета, ушли. Беги, малыш, за спину. Беги. Так, литература как-то отъехал. Вот. Он уже давно отъехал. Лёха, шо там, бля?
пихает. Не прохил просто. Ой. Хуёво. Все, бейте, сейчас нормально будет. Сука. Ёк, блядь, молчи, не прохил. Коронная штука. Позорище, блядь. Рэл, есть там? Массакру можете дать? Короче, шаман, оставьте это. За спину, за спину. За спину, быстрей. Все, голова осталась. И потом все, 4 тела. Вышли опять. Короче, сейчас будут выходить мобы. Мораль сразу в моба, в этого. Даешь оковы и съебуйтесь под него все. Если он лопнет, он вас ваншотнет нахуй. Шо, большого моба никто не трогает магнит. Магнит буду лутать я и кидать под босса я. Если надо будет сместить этот босса, я скажу. Бомбот называется, моб, который доходит и взрывает. Он выпадает из вертолета. Все, это поехали, работаем по голове, поехали. Сашу хилим, Саша пока танчит. Столовка, пробуй ЛПХами набрать. Какой молодец на пуль в него. Это я набрал уже. Нет. Бомба. Сразу оковы в нее. РДДшники сразу бомбу залили. Больших бери столов. Стоишь здесь, и твоя основная задача танчить трэш, а не бегать от головы. Понял. Бомба только упала, мораль. Ты сразу ей даешь эту хуйню. Вот бомба. А какое-то поле магнитного диспарития? Магнит взял. Ставлю магнит. Работа, милий. Следи за бомбой, мораль. Большого сова бьет. Сову большой бьет. Все, он взлетел. Следите за бомбой. А меня какой-то бьет барахлобот. Да это похуй. Хуйня. За бомбой следи, мораль. Твоя основная задача это бомбу застопать. Она с вертолета выпадает. Стой под вертолетом, мы ждем рядом. Он так, видел бомба. Бомба. Все, залили бомбу. Я магнит ставлю, милики. Работаем. Все, взлетел. Все, как мусорная фаза. Ну да, легкая. Она легкая. Бомбы главное контроль. Главная задача это бомбу, блядь, застопать. Трэш собери, вот этот, закливайте его, милики. Какой вот этот, который на мне? Бомба. Мораль, бомба падает под головой. Да, молодец. Я вижу. Большого. Большой вышел, забери столовку. Ловит. Милики, играем по большому, кливой мелочь. Бомба. РДД сразу ее залили. Сейчас выбьет магнит, я посажу его. Сажу. Поехали, милики. Сейчас за спиной также постоять, только надо именно на туловище смотреть. Где ракеты? Все, заливайте трэш, все по трэшу. Кливаем трэш. Быстрей. 20 секунд. Все, сейчас ракет вот этих, которые летят, не будет, правильно же? Ага. Почему? Будут ракеты, бомбы и обстрел. Кирюх, шок будет этот, который отбегает? Да. Вот смотрите, в этот шок в первый. Столовка, отдаешь все дефы. Егор, даешь массакру. Хау, отдаешь в него зубы. Не отбегаешь. СС кто-нибудь из локов на столовку на всякий. РДД бьют голову. Милики все бьют низ и середину. Вот сейчас Геру. Ой.
На мины только, блядь, не наступайте. По-моему, мы и дохнут. Шок, блядь. Или что это? Это лазер за спину. Вот ты видишь, как они стреляют, блядь? Вот на звездочку смотри. Вот, да. На спину смотрим. На звездочку смотри, как бегать надо. А, ну да, вообще есть еще проблема. Вот. Его починили. Давайте. Значит, починили, блядь. Случайно. Просто сначала он дает обстрел, а потом шоковый на этой фазе. Вышли оттуда. Значит, починили, блядь. Не, ну это убивается уже. Да, это значит убьет. Короче, просто чтобы вы понимали, вот это начинается, когда у нас было, мы были тут в десятке, начинается вторая фаза, блядь, вот когда начинается обстрел. И он стреляет вот так просто, как вот на второй фазе, просто так, блядь, в разные стороны. И вот такая точно хуйня на четвертой была, блядь. И мы сразу вздыхали все. Похуй, где ты стоишь, блядь. Я предлагаю вам Void в доспех. Типа, в смысле 7 хилов. Да, тоже хотел сказать. Лям на хиле. Кого спекнуть? Ну, Void, Вератрика. Обратно. Так у нас два шамана, два паладина, должен быть друид и должен быть хао. 7 хилов? Сейчас я спекнусь. 7, а что, 8 надо, блядь? Не, ну типа, в 6 справимся дома. Ну, давай въебываться не будем, заебись же хили или чё. Не, ну просто... Тут проблема сейчас не в ДПСе. Тут берсы нет. Есть. 4 минуты нам осталось. Ну, если даже там осталось 4 минуты, нам хватит с запасом. Там не надо забывать, что надо одновременно их слить нахуй. Это понятно. Ну, там же, там, ну, в принципе, до 15%, даже до 10%, там похуй в кого играть. Потом просто заехали точечно и все. Мы вообще по факту должны дожить до четвертой фазы все живые, без единого боя рейва. Ну понятно, ну, да, что да. Должны. Что-то не получается, я не знаю. Кто-то в мелизоне стоит, кто-то в глаза ебется, блядь. Что, давайте победный трай СС раскидаем, нахуй, и все, и поехали, и погнали. На Женька 2 СС, а нахуй. Да, я на Женька дам. СС надо дать на тех людей, которые бэйрят, это раз. Один СС надо дать на танка, это два. И, наверное, на всякий случай, на первого. Дайте рыбу. Короче, я дам столовки СС, да? У нас лок один, блядь. Почему один, а у сука? Он офнулся, я его не вижу. Угу. У сука. Ну, пусть они дадут на двух дроидов. Так, да. Братырь, ты где? Не, один надо пусть на Локи будет, один пускай будет, я не знаю, похуй, на какого-то одного. Он в Дискорде написал, что и на это отрубили. Да. Спать пошел. А сколько у него время? Ну, у него сейчас ночь, наверное, уже. А че, кого взять есть? Ну, я тебе скажу, Саня, по-честному, если бы у нас были Суф, был бы Денис, был бы Эми. Сашка. Да Сашке, блядь, он уже не дамажит. Это будет бонус НХ. Там он будет давать. Что будет давать? ВС будет давать Сашке. Вот что-то я сомневаюсь. Ну там бонус хороший на это, именно на НХ. Между Ацета? Ну да, я тебе что могу говорить, в Т8. А, в Т8? А в Т8 все должны давать. А нахуй там, блядь, лок, шляпа какая-то. Че, мы будем без суки проводить? Я не знаю, шляпа не шляпа, там все кнопки нахуй апаются у лока. Давайте, короче, last try и забьем хуй сегодня. Без суки. На НХ, да? Бля, ну там ебнутые, ну типа бонусы на НХ какие-то. Вы это, бафы-то раздайте? Да, быстрее водоворот стакается, без большого урона. Да это имба, вы посмотрите, он был хуярик, блять, в топ-1 ДПС у нас. Да, ну, имба... Без сомнения. Ебанутый инсендли вонс. Особенно от четырех комплектов. Что это вообще, блядь? Как это интересно будет работать? Давайте, Арчай, на готовность. Сейчас, я тут.
Кирилл как скажет, сразу пуля. Я тут. Пуля. У нас типа, ну, основной урон на четвертой фазе был, люди по бомбам бегали, так понял. Не слышно? Поменяйте коня на что-нибудь другое. Блядь, толковое. Блядь, ты зашел, я думал, ты уже не зайдешь. От огня ауру поставьте обязательно. С телефона, блядь, врубил интернет. Сейчас попробую. Ну мы уже пульнули, типа, настраиваемся. А. Че, пьяный, что ли? А, ебать, хуя. А, это, ну... Беги, ушли! Блять, мораль опять 25. Я в коше полопаю, блять, минус, чтоб никто не умирал. Со стороны квадрата мины, если что, сейчас нету. Сейчас скинут новые, наверное. Дай БФ чеченца, а он мораль признает. Все равно он вас травит, делаем. Да, да, раздай. Вот, мины опять полетели. Сразу забафали и чеченца, и мораль. Лапу пристабав, всю хуйню. Ушли. Женек, ну вот, блядь, ну ты бежишь, ну ты не видишь, что там мина. Ну нахуй ты на нее наступаешь. Ну это пиздец какой-то, блядь. Забери, а, столовка тихо. Не прожался, да, столовка? На столовке СС. Забафали его сразу. Каску, лапу, пристаба, всю хуйню по столовке дай. Ушли. Женек, бегай за квадратом, я тебя прошу. Беги, малышка, беги! Артстайл тоже сапер. Таурены. Просто фрейм большой, Кирилл. Кстати, я могу по щиткам снимать линки, блять. Ушли с середины. Вот смотри, как надо взрывать. Жжж, кош, ебать. Бах-бах-бах, блядь. Чит, бах-бах. Ну, типа, у нас есть еще версия Color Run Shipper. Может, под тучку. Да, тучка, бабу. В принципе, ну, потраить, я думаю, люди начинают понимать, что происходит. Ничего тут суперсложного нет. Угу. Он сложный только в хардмоде, блять. По факту в изи-моде это, блять, галимая хуйня. Ой, да. Заряжай столов. Кого? И стул. За спину, быстрей. Версикалор, туча, быстрей. Сейчас да. Что не так? Почему пол рейда отлетел? Ну потому что они хуй забили. Стоят нахуй, эта хуйня стреляет, а они стоят косты. Хуй забили нахуй. Говорю, за спину, блять, все. Они уже устали просто тратить эту хуйню, походу. Ну хули, сказали последний трай, люди сразу расслабляются, падают. Я предлагаю на Накс хуй забить и ходить тратить ульту. Мы так и сделаем. Нахуй, ну, короче, по поводу нашего, там, то что там собрание этот, пока все тут.
Теперь в Накс, если кто-то хочет ходить, будут ходить Эферина, да, это Валера, правильно, если я не ошибаюсь? Они будут там ходить, я не знаю, там в субботу, воскресенье, в 3 часа собирают Накс. Если у кого-то есть желание, можете сходить. Мы будем ходить теперь только Ос и Ока. Два изи инста с 26-м шмотом, который быстро проносится. И сразу в этот же день идем у льду. На следующий день, соответственно, за спину. На следующий день там или там через день, когда там будет время, ну, по возможности, кто когда будет играть, будем ставить до проноса льды и, соответственно, дрочить у льду по КД каждый день, пока мы ее не закроем. ХМ режиме, нахуй. ХМ мы будем делать тютюх, робот 100%. Точно так же будем дрочить ходера в ХМе. Это легкие хардмоды. Нужно одеваться. В ГМ режиме будем проходить. Кто может босса шопнуть просто? С лутом. Канта спасить. Шаме, лок вышел. Ой, лок, шаман! Да. Хотел сказать, что здесь не нужно типа 7 хилов, как все начали умирать неожиданно. Кстати, да, он только по часовой стреляет. Вот так, блядь, только по часовой. Они не от этого умерли. Они стояли, кастовали нахуй, когда он вот эту хуйню делал, что сейчас да, делает. Да. Вот от этого они умерли нахуй, то что не ушли. Епату на ЭП прилететь, пацаны, готовьтесь, блядь. На нахуй. Придавило. Пацанов. То есть, смотри, думаю, уйдет, нет. Давай, до конца, блядь, Максика. Пацаны, перевели даже нахуй. Да хули толку голову я полчаса тут... бить, блядь. Мы не убьем тут, понятное дело. Ну пусть тренируются, блядь. Соло ебану. О, нихуя мне ХПС, гляньте, блядь. Семкай, блядь. На голове-то мне еще тренироваться, блядь. Голова самая легкая. Нет. Да, главное бомбу ловить, блядь, и все, чтобы и РДДшники заливали. Там нихуя сложного нет. Ну, на первом РДДшнику мне нелегко. В кого стреляет? Отойди, Чечен, отойди назад. Бомба. РДД по бомбе. Отойди с боссом, кто в кого стреляет, чтобы он с середины отсюда улетел, блядь. Столовка, ты можешь под стену отойти, нет, блядь, или будешь по кругу бегать? Я бомбу собираю. Бомба. Отдерни его в сторону, потому что они магнит на него кинул, он не сработает. Кого? Еще. О, все, отлично. Заебись, стоим. Бомбу залили, РДД. Сейчас даю магнит, милики, работаем. Там с бомбой. Бомба, отойдите. Помогите, блядь. Ты че? Че, блядь, не мог сидеть. Ну так будем до персы дорочить, мне кажется. Да у головы-то мало хп. А, хотя нет, дохуя. Там в обычке мало, тут дохуя. Но. Так мы ее бьем троем, по-моему, блядь. Ну там три мага, блядь, и два мага. Нет, три мага и лок. Че? Давай, блядь, хао, старайся, там дотки подкинул, блядь. Работаем нахуй. Работаем. Я бы с удовольствием сходил бы в десяточку добить, но, блядь, что-то людей нахуй нету нихуя. Я, Артём, Егор, блядь, и все, блядь, типа люди со статика закончились, нахуй. А, Асмодей еще есть.
Ты все равно спать отвалит, уже поздно. Ну, по факту понимаете, да, что эта хуйня убивается? Да, конечно. Да, я предлагаю нахуй, чё мы хуйня занимаемся какой-то? Так что падайте, нахуй время тянуть, блядь. Ну вот оторим хуйня, там, конечно. Там говорил 5 минут назад, говорит, давайте тренироваться, теперь падайте, нахуй время. Сейчас тренироваться, сейчас берса будет. Мы да, хорошо переведем до третьей фазы и сдохнем, блядь. Начнем до четвертой, блядь. Да и так неплохо потренировались. Жалко, что, конечно, торим, ничего не понятно. Торим жесткий сильно, он, блядь, нереально. Непонятно, что, блядь, летит какой-то урон вообще извне инста, блядь. Что это за молния, нахуй, откуда она берется, блядь? Надо узнать, кто убивал, у тебя это... убивал. Это молния, вроде как, если не ошибаюсь, со столбов, со сферами. Я так я понимаю, я что оно... Вот, я не знаю, я... Снежный шар, видите, вот я линканул. Вот этого, с этого вот моба идет эта молния. Как оно выглядит, я не видел вообще. Нет. Что там такой пиздец творится? Это знаешь что? Это он заряжает шар, и когда вы стоите на арене, мобов бьете, от этого шара молния потом идет. Вот и все. Это вот эта хуйня. Заряженный шар называется. Вот как мы траили на Сирусе, на цирке, когда играли. Вот этот молния, который сходит от шаров, от которого нужно отбежать. Чем больше народу бьет, тем он больше заряжается, после чего он ваншотит человеков. Ребят, гляньте, я скину, какие у меня щиты жесткие. Смотрите, обзор, короче, у меня максимально какой был. Я думаю, что за хуйня, откуда такой хпс 8000, я просто, я на полтора ляма перехиливал. Там какой-то щиток прокнул на ханте на 1 700 000 обзорба. Я не знаю, что это такое вообще. Странно. Бага на щит. Видишь, максимальный, ну типа щит, который за обзор, 1 700 000. Да это баг какой-то. Это такая же хуйня бывала раньше на циркуле. На вальках. Не-не-не-не-не. Хан стрелял укусом змеи, а потом химерой в слизняка, блядь, и слизнюк нахуй сдыхал сразу, блядь. Ну вот, Сахой молодец, я в него напсорил, он миллион 700. Че, мужики, все, да? А, понял почему. Ему ракета 3 мульта уебала. Ну, 3 мульта, а щит при чем? Ну, щит на нем твой висел, оно, скорее всего, из-за этого залагало. Ага. Саня. Да. Мы обсуждать что-то будем или мы спать идем? Блять, я даже не знаю. У нас тут уже народу, наверное, не так много осталось. Слипа нету, видишь, что? Надо слипа, надо со всеми офицерами переговорить. Ну, короче, ставим на завтра, пятницу, когда мы ставим. Бля, а мы завтра, наверное, надеюсь, никуда не идем? Завтра. Не, ну ОС только можно и завтра как бы убить там любым составом, вообще похуй. Просто завтра я работаю. Забидно. Так я же на работе. Так вам там нахуй ничего и не надо. Чего ему грустить? Ну, можем в десятки сходить завтра, четверг, пятницу. Я там просто раздуплился. А, бля, ты же на работе, сука. Нет, завтра, короче, мы идем ОС ОКО и до робота доходим первых трех боссов, вот говорим. Я думаю, можно, если завтра будете, просто потренироваться, блядь, робота ХМ. Не-не-не, тренироваться? Чего? А чего тренировать тебе? Робота, утюга. Утюга. Раза три, может, попробуем, но если нет... То... Ну, если идем, там каждая трай будет получаться 60% выбивать ему, то можно спокойно траить. Завтра, надеюсь, соберемся. Ты там тоже как-нибудь в 10 там зайдешь с работы. Ну, не обязательно пиздеть, я с тобой спешусь. Определимся, в какой день там со Слипом переговорим. И это, поставим РТ, когда вы будете. Напишешь. С ХМом пойдем. Напишешь этот, если что завтра в 10, я там на работе буду, могу с телефона зайти и попиздим с Денисом. Я понял, чем ты хочешь попиздить. В том самом? О том самом, но тебе мы не скажем. Сука. О, ебать, вторая шкатулка, нахуй, за неделю. Чё толку, нахуй?